Друзья, всем привет! Вы на канале Про Игрушки. Сегодня на обзоре у нас дешевый китайский телефон, который я сначала покрутил в руках, поклацал, пощелкал. И знаете, что я вам не рекомендую его покупать? По одной простой причине. Ну, во-первых, вот про функционал, да, вот это вот крутится очень жестко. Я сомневаюсь, что ребенок 1-2 лет, которому он, в принципе, предназначается, сможет это крутить. Вот, сомневаюсь. Второе, что мне не понравилось, он очень громкий. Я не знаю, слышите вы или нет, но очень громкий. Потому, я думаю, ребенку, ну, как минимум, будет дискомфортно в него играть. Единственный плюс — это его цена, форма, расцветка, да, он выглядит неплохо. Но, учитывая негатив по поводу вот прокручивания, это же на мелкую моторику, в принципе, колесика, и очень громкой работы, я не рекомендую такой телефон. Всю информацию про него я оставлю в описании, чтобы вы не нарвались нечаянно в интернете и не купили такой вариант. Всем спасибо за просмотр, всем пока.